Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, сейчас расскажу вам про ночное наше происшествие. Да? Вот у меня сколько здесь, вы видите, 5 корочек, а еще 2. Вот еще одна крадется, видите, тихонечко. Они, конечно, сегодня у меня напуганные. А что произошло? Я забыла закрыть своих курочек. Ну, такое бывает у меня. У меня бывает иногда, у меня чифуля. Это сейчас Дина у нас здесь, да? Собачка бабушки. А так у меня вот эта калиточка открыта, и у меня курочки с рассветом приходят ко мне под окошко, и чифуля мне песни поет, серенады. В принципе, все хорошо было, это не первый раз. Да, что я их забываю. Ты мой хороший, дайте успокоиться. Да. Ну, конечно, да. Ну, вот я вчера где-то часов 12 думаю, ой, надо пойти закрыть курочек. Захожу я в курятник и смотрите, что у меня. Думаю, как интересно. А что это у меня так много перьев? Да? Как интересно. Ну и пошла я, значит, в курятник. Думаю, что это такое интересно. Ну, Ленька же не может так произойти, правда? Вот так вот прям такое количество большое перьев. Думаю, прям фантастика какая-то. Пошла я в курятник. Захожу. А у меня здесь... О, даже здесь, значит... Значит, и здесь тоже получается... Она заходила и сюда, потому что здесь сидел чифулька. Он, знаете, как страус, голову опустил, и курочка рядом с ним тоже сидела одна. Так, что-то я еще одну не вижу. Курочку. В общем, куры были напуганные. И, ну что, я им свет включила. И смотрю, чифулька так стала жевать. И так жалостно мне так... Ну, как он умеет, он разговаривает так жалостно мне. Жалуется на что-то. Я говорю, да ты мой красавчик. Вот все равно еще одну курицу не вижу. Неужели 4? Я думала, 3. А, нет, ну все, да, все правильно. Теперь 6 кур и 1 чиф. Все правильно. Теперь у меня... Их всего 7 осталось. Да, кушай. Я ушла, он даже боялись и кушать, Аня. Положила им. Вот. Ну и что? И пошла я, значит, искать, смотреть. Думаю, где же куры? Что случилось? Ну вот, одна курица вот здесь вот лежала, да? Вот. Одна курица у меня... Ух, вот здесь лежала. Вот, видите, перьев тоже как много. А еще одна курица. Я с фонариком здесь тут вчера ходила. Тоже где-то вот здесь она у меня лежала. Вот. Ну, в общем, все замечательно, видите? Утром пришла, думаю, ну ладно, пойду я сейчас этих кур соберу. Ну, что делать? Такая жизнь у нас в деревне, рядом с лесом. А, вот, видите, перьев сколько. Прихожу, а у меня здесь ни одной курицы нету. Значит, лиса-то вернулась. Я кур оставила, думаю, ладно, сейчас уже не буду, ночь утром соберу. Пришла домой. Собралась спать идти, а потом думаю, что-то мне так захотелось выйти в нашу анфиладу. Вышла, смотрю, а там лиса. У меня сразу как-то прям я почувствовала, думаю, это точно лиса. Вот. Вот такое у нас сегодня было. И получилось даже заснять. И я как-то прям так переживала, что видео, конечно, не очень хорошее получилось. Я телефон туда-сюда крутить начала. Вот. Но это точно лиса. И я так думаю, что она была не одна. Почему? Потому что она, видите, как она... Ее же ничего не могло спугнуть.
Она пыталась ведь оттуда попасть сюда. Значит, здесь какая-то уже другая их придушила. Вот. Вот такое у нас ночное происшествие. Вот. Лисы, они же ведь ночные, да? А еще они... Кто-то, я помню, у нас в поселке писал о том, что они на кошек охотятся. Меня котики встретили тоже с такими глазками. Говорят, это не мы. Я думала, что они... Ихний взгляд говорит, что это не мы, а оказывается, наоборот, они тоже были напуганы. Ну, вроде все на месте. Котики все на месте. Прям вольер для котиков прекрасный получился. Котикам сюда попасть, лисе, мне кажется, невозможно, потому что здесь у нас, видите, здесь у нас решетки на вольере. Вот, пожалуйста, мамочка. А у нее там двое детков. Такая жизнь у нас. Он еще, пожалуйста, сидит. Деть. Мы с бабушкой его называем тормознутый. У него еще трое братьев или сестер есть, которые вечно куда-то убегают. А этот нет, этот сидит на одном месте. Ничего не боится. Ой. Вот такие... Ох, такое у нас ночное происшествие произошло. Ну что, дорогие мои, все я вам рассказала. Берегите себя и своих животных. Мне, конечно, в этой ситуации больше всего жалко Чифульку, потому что ему нужно это все пережить. Вот. Ну что делать? Такая жизнь. Видите, мы сегодня и лисичек подкормили, получается. Все, дорогие мои, всем хороших выходных, всем мира, добра, любви, всех целую. Спасибо огромное всем за лайки, за комментарии и за подписку. А пока, пока!